Чтобы память жила вечно. В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Чебоксарском художественном училище стартовал необычный проект. Студенты пишут портреты тех, кто сражался за мирное небо над головой. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Молодым художником в этот раз позировала Агриппина Алексеевна Янович. На фронт она попала в 17-летнем возрасте. За 3 года молодая медсестра спасла жизни сотен солдат. С содроганием сердца ветеран вспоминает о сражениях на Курской дуге. Говорит, что каждый раз она стояла на волосок от смерти. Выносить с поля боя раненых солдат часто приходилось под шквальным огнем. Рядом взрывались снаряды. Участвовала Агриппина Алексеевна и в штурме Кенигсберга. За боевые заслуги она награждена орденом Отечественной войны и множеством медалей. В гости к студентам ветеран пришла при полном параде. Молодые художники пытаются отразить на портрете любую малейшую деталь. Черты лица, проникновенный взгляд. Это кропотливая работа. Героям приходится позировать студентам по 2, а то и 3 часа подряд. Все это время в мастерской стоит полная тишина. Это наши ветераны, их нужно помнить. Они подарили нам ту мирную жизнь, которой мы живем сейчас. И в честь этого хорошо бы увековечить их образ на века. И пусть это сделают новое поколение, которое выросло в обществе, которое построили именно они. Мне хотелось бы, чтобы мы еще успели заглянуть в их глаза, которые видели нашествие врага на нашу родину. Посмотрели бы на их лица, посмотрели бы на их руки, которые держали оружие победы, и чтобы все это нам запомнилось надолго, и, может быть, мы бы как-то частицу их силы приняли бы на себя и, может быть, передали бы следующему поколению. Ну а первые портреты ветеранов были написаны еще в декабре. Я думаю, что это для наших студентов, во-первых, и как в плане практики очень полезно. Вот. А во-вторых, это, наверное, как раз та дань нашим ветеранам, внимание, которое так необходимо для того, чтобы и увековечить, и приобщиться и духовно, и патриотически, наверное, вот именно к тому мероприятию, которое, ну, 70-летию Великой Отечественной войны. Лучшие портреты отберут для участия в выставке, которая состоится весной в Музее воинской славы. Некоторые работы планируют передать в память и семьям ветеранов. Дмитрий Ковалев, Елизавета Зайцева и Николай Яковлев. Республика.